Взмах камеры — это когда ты быстро отводишь камеру от объектива. Из-за этого получаются приятные переходы. Сейчас 4:40 утра. Я на пути в аэропорт. Сегодня я лечу в Техас. И опять я снова в аэропорту. Спасибо, сэр. Я наконец открою это. У вас есть такой? Эта штука Nintendo? Да. Нет, я просто видел, что она вышла. Это невероятно. Единственный анбоксинг Switch в самолете. Это, видимо, планшет. Joy-Con. Joy-Con 2. Зарядка. Крепеж для контроллеров. Проблема всех очень хороших видеоигр в том, что я не смогу работать, пока не пройду эту игру. Но она такая классная! Всего хорошего! Ну что ж, снова в Остине, Техас. Это я. Это вы? Сначала в отель. Что ж, отель. Писаться, переодеться, помыться, побегать. Итак, я приехал в Остин, Техас, ради South by Southwest. Это как бы музыкальный фестиваль, фестиваль кино, фестиваль технологий. Я здесь вместе с CNN. Я буду говорить речь завтра вечером, так что у меня довольно много времени. Но сейчас в этом городе, наверное, миллиард человек. И тут довольно сложно передвигаться. То есть невозможно поймать такси, сложно ходить, все забито, но зато я взял. Я взял Boosted Board, так что... Но сначала я встречаюсь с моим другом Райаном, и мы идем на пробежку. Окей. Я бегу. Я бегу с Райаном. Выжимаем мили. Сколько миль? 4.27. Сколько еще? 6. Хорошо. Так мы не можем поплавать? Мы хотели поплавать, но мы не можем плавать, потому что закрыто. Отличный забег на 10 миль с Райаном. Быстрый душ, а потом я встречаюсь... Встречаюсь с Полом за обедом. Выхожу из номера. Вместе с моим номером идет доступ в предварительный лаунж. Я не знаю, что это, но сейчас пойду узнаю. Я съел 4 такие пельменьки. Мне надо идти, надо убираться отсюда.
обед был хорош, обед был хорош. Это восхитительный обед на самом деле. А теперь Пол поедет на работу, я пойду спать. Пол? Увидимся. Это конференц-центр, там будет проходить все мероприятие. Я сейчас просто катаюсь по округе, это лучший способ посмотреть город на скейтборде, особенно когда вот так вот, эта улица перекрыта, и среди всей этой толпы можно просто летать на скейтборде. Как жизнь? Я Кейси. Джефф, Кейси крут! Надеюсь, ты меня увидишь в видео, это засранец крут! Рад знакомству, мужик! Больше всего в этом городе каждый год мне нравится встречать дружелюбных ребят. Их тут очень много... Крутая тачка! Ты снимаешь или делаешь фото? Видео! Неплохо! Рад тебя увидеть! Я рад тебя видеть, Кейси! Можно мне, пожалуйста, тройной большой холодный латте с обезжиренным молоком? Это не съемка с дрона, я просто у себя в номере. Итак, я сейчас пойду на ужин, но это вообще-то конец моего первого дня тут, на South by Southwest, было довольно круто. Как вам такой сюрприз в конце дня? Смотрите, какие вкусные сладости. Это какая-то гитара с закусками. Это печеньки или что-то вроде того. Это конфетки. И смотрите, какая записка. Не знаю, что это за шрифт, но очень привлекательно. Дорогой Кейси, мы рады, что ты приехал. Эй, спасибо, JW. Я очень ценю это. Я сейчас это все съем и увидимся. Увидимся завтра. Извините, если это видео вызвало головокружение. Переведено и озвучено студией Трембит. Уважаемые друзья, не забываем ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал и делиться видео с друзьями. До новых встреч! Удачи и пока!